Всем привет, меня зовут Настя, вы на канале «Жизнь в Англии». Мы сегодня с детками решили сделать блинчики. Как раз у нас началась Масленица, и эта тема, наверное, будет многим очень актуальна. Вот мы решили сделать блинчики, вообще я не очень большой фанат печь блинчики, но вот дети попросили, и я решила, пока замешивала тесто, тесто абсолютно простое, расскажу, что я туда добавила, но решила добавить все такой ингредиент, это красители. У нас есть красители, они как бы думаны для печенек, для коржиков, но я думаю, если мы немножко добавим блинчики, ничего страшного не будет. Единственное, интересно, получится или нет, когда они будут с корочкой или что-то такое, как это будет выглядеть, не поменяют ли они свой цвет. Это мы узнаем. Замешали тесто, оно абсолютно простое. Здесь 2 яйца, молоко, вода, сахар, соль по вкусу. Ну и чтобы оно вот было примерно вот такое вот. Хотя, наверное, можно было еще воды или молока добавить. Ну посмотрим, начнем жарить, посмотрим, как получится. Первый у нас будет розовый, добавим. Взяла еще такой зелененький, green и голубой. Сейчас будем добавлять и посмотрим. Я думаю, капельки нам, в принципе, должно хватить. А, какой интересно получается. Хотя, наверное, надо и побольше. А то цвет практически растворился. Вот такой светло-розовенький у нас получился. Добавляем зеленый. Ага. Вот такой зелененький у нас получился. А, Никуська уже пришла и говорит, будет синий добавлять, да, Ник? Да. Да, ну давай будем добавлять. Так, вместе будем добавлять. Мам, мой любимый цвет. О, какой синенький получается, да? Ника, ты помощница? Поваренок? Давай еще добавлю. Никусь, ну показывай, какие цвета у нас получились. Синий, зеленый. Розовый и зелененький. Макс говорит, будем начинать зеленого, да, Максюш? Начали. Разогреваем сковородку. Вот у нас такая сковородочка, тут даже белочка специально для блинчиков. Но сегодня белочку делать не будем, будем просто блинчики делать. Смотрите, какие они интересные получаются, зелененькие. Так, посмотрим, что будет дальше. Ну вот сейчас я их перевернула, вот такие вот они интересные получаются. Ну пусть они уже такие немножко с корочкой, но все равно зеленый цвет есть. Следующий цвет у нас голубой, синий. Ну смотрите, как классно. Вот это единственное из-за масла такие желтенькие. Вот так, интересно, интересно. Ждем. Зеленый, вот я уже положила, выглядят вот так. Вот такие розовенькие. Но смотрите, какие необычные получились вот розовенькие, голубенькие и зелененькие. Ну, правда, они, похоже, чуть-чуть подгорели. Но мне кажется, со сметанкой и с вареницем будет очень классно. Сейчас позовем детей и узнаем, нравится ли им. А вот и детки. Уже накладываю, да? Какие, Никуська, ты себе выбираешь? Синие, зеленые. И зеленые, и розовые, да? Мася, ты какие? Синие и зеленые, да? Здорово. Ну что, вам нравятся блинчики? Да. Да? Ну тогда пожелаем всем приятного аппетита. Спасибо. Всем привет. Приятного аппетита. Похоже, детям тоже очень понравилось. С удовольствием кушают. Ням-ням-ням-ням-ням. Да. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Всем пока.